почему вы вернулись обратно на Химеру? Не я, а он. Так, это он распугал все сопротивление? Честно, я не особо помню Камала. Здоровяк повздорил с несколькими агентами щита, а после... ничего. А, ясно. Кажется, я что-то нашла. Тут тесновато. Да, береги голову. Так, давайте я помогу. Спасибо. Не надо, я справлюсь. А на что вообще Джарвис похож? На старый жесткий диск образца 1998 года. Еще вопросик. На что похож жесткий диск образца 1998 года? О, боже. Ого. Наконец-то. Значит, мы близко. Ну вот. Приварено. Готов! Начать задержание! Доктор Беннер, что мне делать? Что? Надеюсь, у вас есть с собой сменная одежда? Судя по молчанию, я тебя не развеселила. Ну и ладно, Брюс тоже не ценит мои шутки. Брюса! Ладно, больше ни слова. Yeah.
Что? О, ты прав. Кажется, это надолго. Эй. Все хорошо? Да? Порядок? Кажись. Вот оно что. А им не просто оказалось здесь. Они тут работают. Надо найти Джарвиса и сматываться отсюда. Наверное, это арты. Вперед! Уже все здесь под властью Аин. Мистер Старк еще тут? Могу залезть в вентиляцию и глянуть. Да, или так. Отвлеки их, а я проберусь внутрь. У них тут везде охрана. Походу, так себе идея. Зашибись! Они решили все перекрыть. Я внутри! Ну и широченная тут вентиляция. Похоже, Аим перестроил архив. Все новенькое. Куча народа идет к лифту. Thank you.
Таруп, он здесь? Они что-то прячут на верхнем этаже. Встретимся там. Может быть, это архив? Есть проход через лабораторию. А тебе пробиваться через серверную. Это не вы. Это чудовище, не вы, доктор. Вы бы не стали уничтожать данные.
Ну, конечно. Я хочу помочь, Брюс. Еще не поздно. В какой-то лаборатории тригенезиса. Что это? Ты на месте! Здесь они держали нелюдей. Что случилось? Здесь они их мучили. Халк, ты должен разбить здесь все. Крушить. Взять Халка! Брюс, вы знаете правду. Вы были единственным. Но сейчас мы пытаемся исправить ошибки Мстителей. Наши ошибки. Всех нелюди, тебе есть шанс на лучшую жизнь. Мы можем уберечь нелюди от вашей судьбы. Нужно лекарство. Он врет! Никого они не спасают! Мне жаль, что до этого дошло. Вы не хотите быть этой тварью, но вы слабы. Вы оба.
Если вы не остановите Халка, это сделаю я. Мне придется. Вот это да! Архив! Да как же туда попасть? Халк, я нашла архив мистера Старка. Сейчас попытаюсь его открыть. Надо подать питание на двери. Кажется, там есть генератор. Выключатели! Соберись, Камала! Уже придется щелкать выключателями, пока не включится. Thank you.
помочь? Я! Подарочная система активирована. Все единицы работают. Ход открыт. Теперь должна открыться. Найдись, Джарвис. Наверняка он спрятался в какой-нибудь куче зачетного шмота Мстителей. Давай, Камала, ищи любые зацепки. Зачем выставлять перит, если можешь позволить себе золото? Нельзя отвлекаться. Это вещь Тора. Может, это тайный рычаг? О, нет, просто кубок. Первый щит Кэпа. Видела на дне Мстителей. Ты часом не открываешь тайный проход? Стоило попробовать. Thank you.
знаю, что сейчас не время, но я прямо с ума сойду. Гитара Тони Старка! Марк один. Он что, собирался за всем этим вернуться? Что это там? Вы крутые. Да ладно. Джарвис. Найти Халка и валить отсюда. Что у тебя там, букашка? А ну-ка, отдай это мне. Обойдешься. А напрасно. Добро пожаловать обратно в мир живых. Выглядишь так себе. Внимание! Найти девчонку и не путаться у меня под ногами. Что-то с тобой не так. Что-то изменилось. Тебе подарок. Бэннер, да? Бэннер и его чувство вины. И стать им нельзя. Ты безмозглая обезьяна между ними. Обезьяны я погорячился. Слишком милое слово для такого чучела. Я нашла
схему архива. Теперь я смогу вас отыскать. Скорее бы она к нам присоединилась. Да, чувствуешь, какая сила здесь сосредоточена? Здесь я родился заново. Мертво? Эй, а где это мы? Да, говорю с собой. Так, раскройте тайну. Что? Стойте! Спокойно. Через минуту все будет кончено. Что это значит? За что с ним так? Многообещающе. Объект 705 легко перенес обработку и будет под наблюдением в течение суток. Поздравляю. Вы здоровы. Не может быть. Надо уходить. Здесь опасно. Пустяки. Ну вот, ты, конечно, можешь сделать комнату немного уютней. Спасибо. Ты что, обычно ты не такая тихая? Я пустяки. Ладно. Так, ну, в общем, да. А если правда? Что, прости? Лекарство. А если я правда смогу... То есть, если это правда, вдруг я снова стану нормальной? Знаешь, это так не работает.
Но вы же видели. Кажется, это очень больно. Но вдруг стоит того? Камал. Я всегда была не к месту. Я обожала супергероев и думала, что если смогу выиграть конкурс на лучший фанфик, то все будет совсем... Неважно. Ну а теперь... Я же урод! Эй, ты вовсе не... То, что ты сделала... Эй! Это был очень храбрый поступок. Глупый, но очень храбрый. И мало бы вообще кто на такое отважился. Важно не быть хорошим. Что? А, ничего, спасибо. Комната супер. Ну, то есть, вот. Будет супер. Ладно. Не как сейчас. Да. Здесь... норм. Спасибо. Ладно, я... Я пойду, у меня дела. Да. Конечно. Молодец, Камала. Всегда так делай. Зато у меня есть собственная каюта на Химере. И все это не сон.